Так, затеяла я уборку, убирала среди своих всяких средств, это всякие вот маски, которые я до конца не допользовалась, которые лежат уже годами, 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 которые уже нельзя использовать. Тут тональник, вот это вот. Кстати, он очень классный был. Ну, что-то я так никак не начала. Тут маска. Вот, вот эти, по-моему, средства, они свеженькие еще. Не настолько давнишние. Тут крем, по-моему, для рук я покупала. Обычно покупаю и не пользуюсь. Вот сейчас мы будем смотреть срок годности. Тут вот у меня мыло. У меня была, я, по-моему, где-то рассказывала в каком-то влоге. У меня была коллекция мыла. Вот они, то, что осталось. Вот три пачки, еще две пачки. Вернее, еще три пачки. Это я убрала. Они очень хорошие, очень качественные. А это вот обычно детское мыло. Но, по-моему, тоже просроченное, не знаю. Я вот сейчас думаю, что с ним можно сделать. Потому что просто так взять и выкинуть, не знаю, не хочу я. Вот, обычно я ими мою полы, когда вот остаются маленькие такие размыленные какие-то штучки. Я их забрасываю в горячую, кипящую воду. Они там размокают за неделю. И потом я просто выливаю это в ведерко. Мне нравится так делать. Вот, но тут уже полноценное целое мыло, которое занимает место. Дима, кто там у нас? То есть его ни туда, ни сюда. Вот. Развода нет, не оставляет. Сразу говорю. Вот так вот. Это только я начала перебирать часть. Сейчас, наверное, скоро Дима через пару часов ляжет спать. И я хочу еще другой свой шкафчик тоже перебрать. Там, по-моему, тоже всякого-всякого просроченного плохого продукта. Хотела сказать другое слово, ну ладно. Их тоже полно. Хочу от всего поизбавляться. И, наверное, если мне на день рождения, может быть, подарят побольше денежек. Может быть, пойти купить что-то еще новенькое. Такая вот у меня есть штучка. Долго, много лет она у меня уже стоит. Я все думала, господи, что же с ней сделать. Как сумочка, она, в принципе, такая классная. Ее можно взять вот так вот, куда-то понести. Но она прозрачная. Я думаю, ее обшить тканью. Не знала как. Причем этой штучке уже больше 10 лет. Лет 15 ей, наверное. Здесь были, дарили какой-то подарок мне. По-моему, какие-то гели для душа, что ли, что-то такое. Очень красивый. Наконец-то мне пришло в голову, что с ней можно сделать. Я туда положу, наверное, свои всякие средства по уходу за кожей, которые пользуюсь довольно часто, потому что они у меня лежат в разных местах, лежат в шкафу, мне оттуда лень все время доставать. И вот я сейчас решила, наверное, я сейчас все это сложу в нее. Мне так нужно будет ополоснуть, наверное, может быть, сначала. Вот, можно, наверное, даже джинсовой тканью или какой-то темной тканью закрыть здесь, вот, чтобы вот эти вот хорошо виднелись. Ну, не знаю, просто пойти на улицу, или можно ее сделать как сумочку, просто пойти на улицу, но опять же, это без ребенка, чтобы так вот выйти, ну, просто выйти, короче. Вот. Занялась я уборкой. Надо было, наверное, заснять, когда, как было до этого и как стало. Короче, у меня вот тут еще пока губные помады лежат, все пыльные. Надо их протереть, картины мои. Пыльные еще пока сейчас буду протирать. Здесь вот ножнички мы с Димой ногти срежем. Мне отсюда удобнее брать цветок хлорофитум, по-моему, называется. Конечно, он красиво стоит здесь. Но он очень много места занимает, он мне, если честно, мешает очень сильно его. Не особо он мне нравится, но его подарил папа. Папа каждый раз, когда приезжает, радуется ему. Вот поэтому он тут стоит у меня. И стоит вот такая ваза. Она больше подходит для фруктов. Ее можно, в принципе, как-нибудь обклеить, декорировать. Она мне очень нравится. Вот. В принципе, я в нее, наверное, конфеты свои высыплю. У меня куча леденцов. И мне будет удобно, если буду вот так вот оттуда брать, сколько мне надо, какие мне надо даже, да, наверное, так. Но сейчас я стояла как раз и думала, что мне с ней делать. Вот, то есть раньше когда-то они были нужны, а сейчас они уже не особо так нужны. Вот, а там носорожка.
Вот оно мне тоже пригодится. Здесь я сейчас все пыль протру. И сюда, наверное, я выставлю свою косметику, чтобы у меня здесь было все чистенько, аккуратненько. Вот. И также у меня еще вот здесь вот тоже надо здесь все поубирать. Здесь мои всякие вот ароматы стоят. Dolce & Gabbana, Chanel, вот, Ричи Ричи. Все-все-все, короче, тут все вместе. Всякие, кстати, еще вот такие. Вот я в Ашане всегда их покупаю. Мне запах апельсина очень нравится. Сколько? А, он полный, по-моему. А, нет, половинка. Вот, и в лампу зажженную. Вот она, лампа. Сюда наливается водичка вместе с этим ароматом. Свечка, и мне прям очень-очень нравится. Прям вообще обалденно. Вот, у меня также есть много свечек. И потом я полезу в свой шкаф. Вот здесь у меня шкаф, вот тут у меня очень все завалено. Мне это очень не нравится. Дима, не лази там! Не лази! Вот, вот они, свечки. Я на Озоне, кстати, брала их какой-то в покупке. И не знаю, наверное, я на неделю мы пойдем, да не трогай ты, фикс прайс. И, наверное, я просто куплю небольшие контейнеры, чтобы мне было удобнее достать контейнер, в нем поковырялся и обратно положил. Я думаю, мне так будет удобнее. Здесь еще большая корзинка. Ну, короче, что-то буду думать, что-то придумывать. Что-то я буду выкидывать, потому что мне все это уже надоело. Если мне что-то там надо... Кто тут летает еще? Если мне что-то надо, мне просто лень сюда лезть, потому что нужно вытащить абсолютно все, чтобы достать одну просто вещь. И как я аккуратно не старалась бы сложить, у меня все равно получается неаккуратно. Вот. Ну, там тоже всякие лекарства, всякие тряпочки, там все такое вот. Тоже, наверное, буду убираться. Вот, а здесь папки у нас. Здесь вот фотоальбом, никак не могу распечатать фотографии. Все не могу дойти, я надеюсь, что я, может быть, наверное, дойду скоро. Вот, всякие вот... здесь тоже вот всякие... как называют? Травоведение мое, короче, то, что я обожаю. Здесь вот у меня мешочки подарочные, я всегда знаю, что они у меня лежат тут. И вот эта, кстати, штучка у меня с фикс прайса. Сюда я ее помою, потому что тут вот не отдирается. Я сюда, наверное, губнушки, может, свои поставлю. Или, ну, короче, что-нибудь в нее положу. И она будет тоже смотреться довольно симпатично. Вот. Там тоже, короче, куча всего. Надо убираться, надо переносить. Я еще до сих пор, вы видите, стаканы стоят. Я на кухню еще не все перенесла. Все думала, нужны, не нужны. Мне надо, думаю, их выкинуть нафиг. Вот. Ну, подумала, ладно, наверное, нужны. Там, кстати, еще... Вон там вон. Всякие мои сушеные розочки. Мне куда-нибудь я их подставляю обычно. Ну, короче, так вот. Занимаемся мы с Димой делами. Он мне помогает. Тут бегает, подает, переносит. Мы разбираем сумки, которые... Вот, видите, мне стаканчик принес. Которые с покупки с 50 тысяч рублей. Вот. Ну и там у меня книги, там тоже нужно все перебрать, разобрать, все поставить красиво, ракушечки мои. Дима, не лази туда, ты прям заходишь уже. Ну вот, я убрала нижнюю часть, выложила свою коллекцию ракушек. Дима, покажи, как ты смотрел. Прыгал-прыгал, он такой, ха, такой, хм, хм, такой, хм, туда-сюда, не успела заснять. Ракушечки мои, которые я покупала. Да. Иди, смотри. Посмотри коллекцию мамину. Да. Ха, скажи. Ха. Только нижнюю часть убрала. Верхний займ. Верхний, в принципе, вот тоже я уже убрала. Немножечко тут все поменяла. А внизу там вот у меня тарелки, я, наверное, их на кухню перенесу, помою. Понадобится. Хотела выкинуть сначала, отдать кому-нибудь, потом думала, ладно, наверное, понадобятся тарелки. Тарелки нужны всегда. Вот, а содержимое тарелок я, наверное, тоже разберу. Может быть, что-то выкину, а что-то положу в какую-нибудь красивую чашечку. Или можно... Хотя нет, не чашечку. Тут я так сделала. Еще он там... Такие вазочки всякие, не знаю, для чего их уже делать. У меня стоял когда-то папирус в них, но они уже папирусы подохли. Поэтому вот они остались. Вот эти вот две. Не знаю даже, для чего их использовать. Напишите в комментариях. Что же... А, я хотела камушками цветными содержимое, наверное, наполнить.
сверху поставить какой-нибудь искусственный цветок. Да, вот мне еще какая идея пришла. Посмотреть ее фикс прайс, какой-нибудь цветочек красивый, и туда поставить. Вот, и где-нибудь его поставить, чтобы он радовал глаз. Вот, да, мне такая идея пришла. Дима бегает с корзинкой. У меня еще такая корзинка есть. Я покупала, когда рисовала натюрморт всякие. Сейчас уже не так часто. И корзинку тоже некуда деть. Да, тут у нас беспорядок. Дима устроил беспорядок. Будем добираться скоро до его комнаты. Сегодня, наверное, буду мыть полы. Да? Надо помыть полы сегодня. Складывай корзинку. В корзинку клади. Клади в нее. В нее клади. Клади корзинку. Что у тебя в руке? У тебя в руке корзинка. Он еще не знает, что такое корзинка. 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 Ты обойму заклеиваешь, что это там? Ага, заклеил. Заклеил, да?